Добрый новый день! Сегодня пятница, 18 мая. Я Анна Филиппова. Во дворце детского и юношеского творчества есть волшебное зеркало, которое уже не один десяток лет отражает очень интересные картины. Я хочу знать, что нам суждено, жизнь или смерть? Уже 29 лет театр-студия «Зеркало» – лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей детского театрального искусства устраивает отчетные концерты, чтобы проверить свои силы и узнать, чему ребята научились за этот год. Классика, она остается классикой. Кардинально поменялись дети. Я вспоминаю, какие они были 30 лет назад, 15 лет назад и какие они сегодня. Они стали намного умнее, раскрепощеннее, образованнее, воспитаннее даже. Честь имею, ваше превосходительство! Жена губернского секретаря Настасья Федоровна Мерчаткина-с! Что вам угодно-с? Сегодня вы видели в юбилее старшую группу нашего театра. Это основные ребята, которые ходят к нам, конечно, не первый год. Они играют, они рвут пятки, они стараются. Театр-студия «Зеркало» для меня – это большая, огромная, дружная семья. Мне очень нравится ходить. Здесь замечательные учителя. Они учат нас сценической речи, актерскому мастерству, пластике. Я сам занимался театральной студией. Сейчас я здесь уже преподаю. Самое главное – понимать, что когда вы приходите в театр, вы приходите не просто, чтобы заниматься и стать актерами. Главное, вы развиваете сами себя. У меня в руках находится приз, который мы получили как раз-таки на международном конкурсе театрального мастерства, проходившего в Нижнем Новгороде. Мы предоставили там постановку «Шутим по Чехову», что было вызвано как раз-таки большими восторгами со стороны жюри. Иногда тяжело переключаться, потому что, когда ты готовишься к спектаклю, то есть ты вбираешь в себя все характеристики того или иного образа, которого ты играешь. И иногда в обычной жизни, вот, например, мама с папой замечают какие-то такие маленькие моменты и говорят, мама говорит, Варя, выйди из образа. Ты Варя, ты Варя. Встаньте, встаньте! У меня Глашка такого гуся готовит, не пожалеете. Фестивали и кино в нашем традиционном обзоре. «Дэдпул 2» – единственный и неповторимый болтливый наемник вернулся. Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем. За бортом. Леонардо – капризный плейбой, миллионер, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, попадает в больницу, а разносчица пиццы Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он – ее муж и отец троих детей. 19 мая в Мариинском Посаде состоится очередной городской фестиваль. В этом древнем и по-настоящему красивом городе появится множество творческих площадок. Мариинский Посад Фест стартует в 11 утра на набережной Волги. Билеты в кинотеатр «Мир Луксор» сегодня получит тот, кто первым и правильно ответит на вопрос, какое кинособытие произойдет в Чебоксарах на следующей неделе. Это все на сегодня, ну а завтра обязательно будет новый день.